готовы, доктор Майклс. Это дыхание дьявола? Это GR-27, а не... Просто будьте осторожнее. В плохих руках это... Не волнуйтесь, мы лучшие в мире. Да, стало спокойнее. Код 381, груз уже в пути. Сюда, доктор Майклс. Это что за хрень? Противник! Охраняйте груз! Увезите его! Здравствуйте, доктор. Отвали! Все под контролем! Ага, конечно. Он придет! Он придет и покарает всех грешников! Извиняюсь! Ли! Отдай его! Обстановку. Ты задержал ли? Работаю Ты над этим! А этот паук довольно умен. Быстрее! На таран! Я разберусь! Что со мной происходит? Начинается новая жизнь. Что за черт? Должен признаться, я надеялся привести тебя сюда. Способности позволяют мне быть убедительным. Я следил за тобой. Я ждал тебя в ратуше. Но ты не пришел. Где ты был? Это наяву или в голове? Столько людей погибло из-за того, что не нашлось героев, готовых их спасти. Тот полицейский спас тебе жизнь, верно? Он был здесь из-за тебя. И Норман хотел его использовать. Бессмысленный жест, как оказалось. А где в это время был сам Норман? Спасал свою шкуру, словно крыса. Он знал, что должно случиться, и он бежал. Норман — скрытая раковая опухоль города. Ее нужно удалить вместе со всеми метастазами коррупции. Норман прячется под маской лжи. Я сорву ее и вытащу его на свет. Надень маску! Стань одним из нас! Спасибо, не надо! Так или иначе, ты будешь служить мне! Ох... Все души, потерянные тобой. Все невинные жертвы, которых ты не спас. Их кровь на ваших руках, Мартин! Ты можешь остановить Осборна. У тебя много силы. А я могу дать тебе волю.
ты ничего не сделал! Я не могу спасти всех! Что значит она? Сделка проста. Одна жизнь за целый город душ. Ты защищаешь Осборна, пока он сидит в башне из слоновой кости? Не может быть. Покажи свою истинную силу. Вы целы? Ее забрали? Да. Сильно надо волноваться. Сильно. А вы популярны. Препарат у вас? Нет. Черт побери! Тоже мне супергерой. Думаешь, всех спасаешь, а делаешь только хуже. Это твоя вина. Моя вина? Он был под твоей защитой. Тебе точно оба нужны? Стоп! Нам срочно нужно к мистеру Осборну. Я пойду с ней. Спасибо. Я не забуду. Ограбление. Черт, дыхание дьявола пропало. Надо бы МДЖ сказать. Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Что ты задумала, МДЖ? Стэндиш говорил, что демоны искали что-то на центральном вокзале. Что же им могло там понадобиться? Может, позвонить Питеру и сообщить о своих планах? А вообще, к черту. Скорее всего, он посоветует мне пойти домой и приковать себя к ноутбуку. Я просто быстренько проверю и расскажу ему, что узнала. Билеты продаются в киосках самообслуживания, расположенных в здании вокзала. Доверьте свои данные Церберу от Оскорбу. Единственному и алгоритму шифрования... Я слышал, Осборн привел помощь со стороны. Будет платить им из своего кармана. Вот это я понимаю, настоящий. Ну, если бы Уилсон Фист был на свободе, он бы разобрался с подрывником. Окончательно. Революционный медицинский эвакуационный беспилотник компании... Еще несколько лет назад оптический камуфляж встречался только в фантастических фильмах.
Благодаря патентованным магнитно-резонансным матрицам от компании Аскорб, маскировочное поле стало реальностью. Попробуйте сами и узнайте, как Аскорб делает мир лучше с каждым днем. Невероятно. Классно. Обратитесь к ближайшему сотруднику охраны. Этот диспенсер микробов Гея выпускает в атмосферу искусственно выведенные бактерии, способные вернуть нашим рекам и морям первозданную чистоту. Мистер Ли. Все будет в порядке, если не будешь шуметь и сделаешь, как я скажу. Полиция! Сюда! Нет! Амо! Я могу услышать мэра Осборна. Кто звонит? Тот, кого он ищет. Что тебе нужно? Чтобы ты был на центральном вокзале через полчаса. Один. Иначе снова прольется кровь. Объясню. Послушай, Ли хочет выпустить дыхание дьявола. Тебе надо уходить! Он не сделает этого, пока сюда не придет Норман Осборн. Погоди! Похоже, Ли задумал это с самого начала. Свалить ответственность на Нормана, заставив его самолично выпустить заразу. В этом есть какой-то смысл. Безумный, но есть. Так, я здесь. Вхожу в вокзал. Тут есть какие-то опасности. Он выпустил патрульные дроны. Видно, готовится тебя встречать. Не страшно, я в вентиляции. Видишь безопасную точку выхода? Без паники. Скоро все закончится. Юго-западный угол. Иду туда. Если подойду еще ближе, дроны меня заметят. Видишь планшет, на который я смотрю? Он управляет дронами. Сможешь стащить? Да. Если ты их отвлечешь и не поймаешь пулю. Я готов. Скажи, когда. Так. Я готова. Пошла. Это что? Так, давай. Я им просто так не сдамся. Шамдонг Иншу. Стойте! Что ты делаешь? Давайте успокоимся. Ты? Бурбанья, я репортер. Я могу связаться с мэром Осборном. Я смогу убедить его приехать сюда. Вовремя. Как? Сначала отпустите его. Ли Шенсен, эта 记者说他知道怎么找到奥斯本. 遵命.
把他带到这边来，跟其他人分开。医生马上就到。 Давай. Они идут, прыгай за ограду. Нельзя, чтобы они видели. Ого. Дроны, в укрытие. Планшет у тебя? Да. Тогда скорей. Ладно, сейчас. Ну же, давай. Почти, почти. Готово. Молодец, теперь я тебя выведу. Что с дыханием дьявола? Я за ним вернусь. Нет, мы партнеры, помнишь? Может, не сейчас? Если мы им не поможем, они умрут. Ты тоже, но я не позволю. Нет, я сама в это вляпалась, сама и разберусь. В каком смысле ты сама вляпалась? Нехорошо, их слишком много. Начнем сокращать их численность. Только тихо. Еще слишком близко. Они еще видят друг друга. Нужно еще дальше. Сработало. Хватай. Ну. Заставь их разделиться. Попробую их разделить. Не совсем. То есть? Я ожидала, что что-то случится, но не это. А почему мне не сказала? Я думал, мы партнеры. Для этого нужно доверие, Питер. То есть? Я тебе доверяю? Ага, когда я сижу дома за ноутбуком. Ой, да брось. Может, лучше вернемся к спасению города? Бей! Его. Ну.
Надо обойти его. Я готов. Дроны еще работают? Если она ушла, мы не можем... Включайте таймер. Это твой шанс. Задержи их, я займусь дыханием дьявола. Ты знаешь, что делаешь? Нет. Но меня это раньше не останавливало. Два синих, один желтый и один красный. Найди разъемы, от которых идут провода. Они должны быть отмечены разными цветами. Так, первый отключен. Теперь второй. И что? Таймер сбросился на 30 секунд. Цепь на размыкание. Что дальше? Вентилятор? Да, а потом последний. Только быстрее. Так, теперь красный. Есть. Здорово! Ух ты! Ага. А теперь давай выводить людей. Мне не помешает помощь паучка. Ты готов? Делать больно! Мне нельзя сделать больно! Больше нельзя! Тормоза? Нет, и ладно. Ну, вышло же в тот раз. Юрий, угол 42 и 1 еще перекрыт? Да, улица закрыта еще на месяц. А что? Следующая станция – тюрьма. Верните груз в лабораторию. Вперед! Это Мэри Джейн Уотсон. Оставьте подробное сообщение, я с вами свяжусь, как смогу. Привет, это я. Дай знать, когда захочешь поговорить. А СМСки — это не разговор? Не-не-не-не, не в том смысле кончено! Скажи нет, скажи нет. Ладно, ладно. И не ладно. Что тут обдумывать? О, да ты что? Класс. Здрасте, Паркер. Нам есть что отметить. Отметить? Стойте, а где же руки? О, так круто.
Но как вам удалось? Внутричерепная нейросеть. Скорость нейропередачи меньше наносекунды. Быстрее передачи сигналов в мозгу, не говоря уже о внешних протезах. Все вышло, Питер. Никто не отберет это у нас. Здорово, я... Это все твои разработки в нейросетях. Но мы не проводили тестов, мы многого не знаем. Все отлично работает. Вот, посмотри. Впечатляет. Плохо дело. Доктор! Доктор, кажется, я нашел проблему. Везде есть проблема, если поискать. Но Фортуна улыбается смелым. Пора показать миру наше творение. Отто, нейросеть не влияет на двигательные нейроны. Она может затрагивать другие участки мозга, подавление эмоций и... Думаю, нужно еще несколько тестов. Нет уж, довольно тестов! Впервые в своей жизни я не чувствую себя неудачником. А лишь самим собой. Отто, вы не неудачник. Но эта штука может повредить ваш мозг. Прошу. Да. Да. Не волнуйтесь. Мы сможем. Я продолжу. Поищу ошибки. Иди. Иди. Вы точно в порядке? Да. Спасибо, Питер. За все. Теперь включение с центрального вокзала, где мэр Осборн готовится выступить перед СМИ. Мартин Ли наконец-то арестован. Я держу слово, которое дал этому городу. Скоро жителям Нью-Йорка предстоит сделать выбор, который определит их дальнейшую судьбу. Не забудьте о том, что я сделал, когда придет пора голосовать. Сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Ложь! Ты не знаешь, что тебя ждет. Питер. Ты как? Ах, справляюсь. Мне не очень нравится, что ты теперь всем тут заведуешь одна. Людям нужно помочь. Если я не досплю 2 часа, ничего. Были новости от мистера Ли? Нет. Но известный мне Мартин так бы не сделал. А то, кем он стал, не тот, кого я хочу запомнить. Так, как у вас там с МДЖ? Ну, она... Там все сложно. Честность. Вот что помогало нам с Беном в трудные времена. Трудные времена у вас? А то. Особенно в твоем возрасте. Так ты честен с ней? Она знает о тебе все? Эй, погромче! Хочу послушать! Представитель полиции подтвердил, что это был тот самый грузовик, который перевозил устройство, примененное при атаке, на центральный вокзал. Ах, конца не видать. Ах. Питер? Питер?